очень меня как бы не возмутило, но неприятно огорчило то, что этот человек, бывший наш вокалист, как бы не имея там, как говорят бабушки, там ни стыда, ни совести, решил украсть песни с альбома «Легион президента», к написанию которых он не имеет вообще никакого отношения. То есть он ни пальцем не пошевелил ни в написании текста. Текст полностью, 100% написан лично мной. Ни в написании музыки. Мы записывали ее на студии «Искош» в Твери. Он не приложил никакого усилия. Всю неделю он тогда находился в запое, сорвал нам несколько сеансов студии оплаченной. Можно еще приложить потом будет видео звукорежиссера, которых он тоже подвел. Нескольких звукорежиссеров, которых он подвел. И поэтому альбом приходилось делать практически без него. И на этот альбом у него нет никаких абсолютно прав, ни моральных, ни юридических. Он почему-то заявляет то, что он их издает в таком виде, в каком они задумывались. Да ничего он не задумывался, он валялся пьяный у меня в гараже. Ничего он не думал совершенно, и записать он не мог ничего. Вот. Но почему-то он решил присвоить эти песни. Понятно, что это намного легче, чем писать свои. Чем он как бы лет не 15, но уже, наверное, лет 18 не занимался. Но все-таки я, как от человека знаю больше 20 лет, и я не ожидал от него такой как бы откровенной, как бы даже не подлости, а какого-то, я даже не знаю, такого. Все-таки я всегда считал его достаточно интеллигентным человеком и умным, но сейчас я уже таким его не считаю. То есть человек просто как бы присваивает себе песни, которые написаны были для его персонажа, то есть для персонажа Матери Сырой Земли. Но как бы в рамках моего проекта, созданного мной. Но человек не имеет никакого права на эти песни с альбома «Легионы президента». И вкупе с тем, что он про меня пишет всякие гадости у себя на своей там глупой странице, на которую, ну, просто которую он превратил в помойку, где он там выкладывает там библиотечные новости, при этом за деньги. Вы не думайте, что он просто так это делает. Он получает 3000 в месяц за то, что он репостит это все, Калязинскую библиотеку и так далее. Он не от любви к науке это все делает. Вот. Ну, в общем, человек настолько низко пал в глазах окружающих, что, я думаю, он очень плохо закончит. Ну, пока что все. С нами Бог. В следующий раз.